То є, да. Олександр Рябчук, гравець по хімії. То Олександр, прокоментуй, будь ласка, презентацію. Ну, теж позове команду Черкас. Черкаси сыграли вторую половину очень хорошо, показали характер. Конечно, ввести 22 очка и проиграть им очень тяжело что-то говорить после такой игры. В первой половине хорошо начали с какой-то энергией играть. И, ну, хорошо играли, что в защите, что в нападении, умно. Во второй половине было меньше такой энергии как-то. Черкасы стали прессингом. Мы сделали несколько ошибок в центре поля. Они убежали, забили легкие очки. И потом, ну, где-то мы сбились. И играли, так сказать, не свою игру. Но это уже история. Сейчас главное не опускать голову, работать дальше. Мы одна команда, мы проигрываем и выигрываем все вместе. Поэтому работаем дальше. Скажіть, у вас був в третій чверті хороші роки, в четвертій, але спочатку четвертої, десь, в принципі, викидок хороший зробили, потім дещо збили цей ритм, да, суперника, але що не вистачило в кінці, щоб не переломити до кінця вже вас, щоб не зупинити цей рок мав до кінця? Я думаю, во-первых, треба було встановити їхні швидкі атаки. Райсінг показав дуже хорошу гру, до косту, кост, від кольца до кольца. Бежал, и было трудно его остановить. И очень много, конечно, пропустили эндванов сегодня. Что такое? Я давно не помню, чтобы мы так плохо как бы использовали свои фолы. Да, то есть, если фолишь, надо фолить так, чтобы игрок уже не забил. Но мы допустили сегодня слишком много таких вот. 2+1. Хорошо, подождите. Олег Гончарук, тренер хімика. Олег, очень тяжелое поражение. Первая половина шла по нашему плану. Мы как планировали напасть центрового с Капинса. Он получил сразу быстрых два фола, на то, что мы и рассчитывали. Потом полностью первая половина. Это был наш рисунок нашей игры. Мы играли хорошо, получали сеты, все проходило. И во второй половине черкасы начали больше агрессивнее играть в зоне прессинг, и мы на это потеряли мячи, и тяжело было потом организовать, даже если выводили мяч, то потом было тяжело организовать нападение, так как оставалось немного времени на атаку. Очень много пропустили то, к чему готовились. Один на один, райт, от кольца до кольца, как Саша уже сказал. Вот. И, но не вешаем голову, у нас дальше тяжелая игра с Одессой. Будем готовиться, разбирать и продолжать играть. Скажите, в первой половине ваши бигмены посадили, да, Скопинцева, это очень хорошая перевага была. Чего не вистачило другий, потому что у Скопинцева тоже было много полей было. Чего им не вистачило, можно там садить, но Нельсон, что за своих сильных сторон не грали далее? Нельсон хорошо нападал Скопинцева, пару бросков промазал, но немного черкасы нас задергали, зонная защита, личная защита, вот, и мы под это подстраивались уже, делали сеты, лицом хотели, чтобы Торелл напал, он пару раз не забил, ну, окей, играли сегодня, если не на Скопинцева, играли на Салливана, он играл с Сергеевым, с Райтом, у Салливана сегодня абсолютно не лучшая игра, но не могу сказать, что ребята не делали все возможное для победы. Очень обидно, конечно, проигрывать после плюс 22, но баскетбол такой случается. Хорошо, друзья. Спасибо.